И в завершение часа приятная новость для тех, у кого подъем с постели с утра превращается в настоящий подвиг. Наконец, создана кровать, которая буквально вышвыривает из-под одеяла. Идея этого безумного изобретения принадлежит инженеру Колину Фурза. По его задумке, кровать-катапульта с высоким напряжением не позволит поспать еще 5 минуточек и буквально выкинет из постели под звуки автомобильных гудков. Укомплектована такая кровать была в гараже автора, ну а навели на гениальную мысль зрители его же канала на YouTube.